Всем привет, с вами Инзган, и сегодня мы поиграем в Toastbusters The Video Game Remastered. Ведьма. Это переделка игры очень какой-то старой, мохнатой, по-моему, то ли 90-го, то ли 80 какого-то года. Я, честно говоря, не в курсе, я, честно говоря, не знаю, но давайте попробуем, давайте посмотрим. Игра у нас в оригинале на английском, но в интернетах я нашел, скачал русификатор. Его поставил, поэтому стало все на русском. Все реально, все просто. Играем новую карьеру. Ну, пусть будет средний уровень. И сохраненный, окей. Я пробовал, начинал в нее играть. По-моему, здесь жутко длинные диалоги. А где, а че? А тут переводов не будет, что ли? Сидят, смотрят, они рекламу в 91-м году. А если у вас какая-то жопа, то звоните охотникам за привидениями. Вот у него на другом экране какая-то жопа летает. Да, видимо, перевода звука нет, потому что там со вторым файлом были какие-то траблы. Ну окей, окей, посмотрим хотя бы что переведено, я думаю, основная часть текста хотя бы должна быть переведена. Хотя, может быть, субтитры где-то отдельно включаются в настройках, не знаю. Опять же, посмотрим, проверим, разберемся. Вроде тут охранники, судя по всему, по какому-то музею. Барышни бегают по ночам. Ты чего обосрался-то от того, что батюшки, что-то взорвалось. Что-то взорвалось прямо на весь город, видимо, на Нью-Йорк. Песенку старую подтянули. Ну. Старый Билл Мюррей. Дэн Эйкройд. И Harold Ramis. Ну все, хватит нам титров. Ghostbusters, is your haunting an apparition, poltergeist, phantasm, wraith, banshee, demon, spectre, tortured soul? Видимо, помер товарищ, и в память о нем. No. В память о нем вот это вот все. А где субтитры какие-нибудь хотя бы, ну? Yeah, well, same to you, pal. Зелененькое привидение у нас тут летает с умным видом. Телепатию, видимо, изучает. Ну, боже, ну что так долго? Hey, it's the new cadet. Welcome aboard. This might be a little dangerous. Great. Danger is our life. We'll start at 50% capacity. That should keep any burning or tissue damage to a minimum. Hey, if you're gonna burn any tissue, do it to the new kid. Ну, это все, конечно, хорошо. Our mortgage is in his name. I guess he's right. What's your name again, kid? No names, Ray. I don't want to get too attached to this kid. You know, just in case. Но не хочу я это слушать. Давай пропустим. Kind of идите с Эгоном и Рэем, используйте мышь для обзора. Нажмите ВСД для продвижения. Давай посмотрим. Ух ты. Кажется, Лизун сбежал. Идите с Эгоном и Рэем вниз, чтобы все разузнать. Страница книги отсутствует. Фокусировка бластера, снижение отдачи бластера, экипировка. Это, видимо... Мы что-то можем улучшить. Проклятые артефакты, пик датчик обнаружения сигналов. Это что, это обучение? Обучение не хочу. Статистика. И вот они настройки. Загрузка чекпоинта, настройки, управление, инверсия, контроллер, настройки кнопок. Не то. Геймплей, помощь прицеливания, прицел, доходы, полученный урон. И все, да? Окей, значит, перевода диалогов у нас не будет. Ну ладно, ладно, не будет, так не будет. Где они? Куда они пошли? Это, видимо, вниз. Куда еще они могли пойти? Можно с чем-то повзаимодействовать. Да что ты такой неуклюжий? Ну какая хрень за спиной прямо, а? Жаль, конечно, что не будет перевода диалогов.
Let's move. Давай, говорит, быстрей. Вначале там, я так понимаю, какой-то новый сотрудник их команды, новичок. He's been fascinated with it ever since you added the viewer to the unit. Okay, easy now, cadet. I'll talk you through this. Ни хрена не понятно. Use the proton stream to get his attention. Нажмите left click для стрельбы бластера. Ну, это не выхера там. Что-то ёбнул. Oops, you let one out. That's my fault. I was fine-tuning the spatial gas. Этот говорит, что это его вина. Что-то он там не докрутил, и сейчас он все починит. Никаких проблем. Это, говорит, хорошая возможность для тренировки. А вот хрень можно взять? Нет? Идите за Рэем в подвал. Да почему ты так неуклюже бегаешь? Так, господи. It's easy to get excited your first time out with the proton stream. Egon will fix it in no time. Ну, давай, открывай под донечку уже заходи. Давай скорее. Чё-то темно. Видишь, ко мне не очень попадает. Ну ладно. Привидением быть тяжело. The more green that's on the bar, the more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you want to vent the pack and keep it from shorting out and resetting. Зелененькие, хрен знает, что делают, красненькие, это, видимо, перегрев. Три базовых шага, сапом, капом и брапом. Нажмите left click для стрельбы бластером. Окей, давай, 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 взрывной поток. Поэтому надо попасть. Хорошо, держи. Сюда. Да что так неудобно? Ну какое-то да. С помощью прицеливания, по-моему. R для охлаждения блока. Да, перегрелся у нас. Наша пушка перегрелась. Ну где ты? Вообще, блядь, не летай надо мной. Потеряли мы слаймер, видимо, лизун. Справочник обновлен. Ну и справочник почитаем. Бродящий кардинал, класс 5. Тип призрак устойчивый к ловушкам. Атака поражение, слабое место протонный луч, длительность оглушения умеренная, устойчивость к ловушке нормальная. Ох, ладно, давай почитаем. Отель Сейджвуд традиционно устраивает аукцион на День Благодарения, собирая различного рода пожертвования, обычно отдаваемые реабилитационному центру Святого Николая для своенравных ангелов. Своенравных? В 1937 году Эрбисон Моргюнхер, богатый, но одинокий эпикуреец, предложил цену и выиграл пир. В День Благодарения он пришел на обед один. Управляющий Сэндживика возразил, узнав, что пир рассчитан на 12 персон, но Моргюнхер настоял на том, что съест всю еду сам. Управляющий пожал плечами и в конце концов уступил. Моргюнхер съел все угощение, не оставив ни крошки. 7 часов спустя он похвалил шеф-повара и, проглотив последний кусочек, умер от разрыва желудка. Ну, логично, 7 часов-то жрать. Позже власти обнаружили в доме Моргюнхера записку о самоубийстве, в которой говорилось, что он намеревался умереть, исполнив свою фантазию. Хорошо. Поймайте ленивого призрака. Он ленивый? Ай, фу. Можно было меня не блевать? Остужаем нашу хрень. Называемый бластер. Куда он делся? Вон. А чё? Что происходит? Сейчас все зацепилось. Где он? Вот он. Alright, you got it good and winded. Next stage, capital. You can project the captor stream or wrangler manually using this control. On the other hand, the pack will detect when it goes sufficiently weakened. Давай, что делать? Слушаем. Get in there and throw a captor stream on that tub of goo. Прибрелась у меня эта хрень. Надо следить, видимо, за... Fantastic, you got it! Right, click, удар. Ага. If you want to accelerate the slam meter charge, you can wrangle or counter-wrangle the ghost at the end of the line.
Не очень понятно, что он там говорит. Так, смотри, за что-то деньги дают. Осталось понять, за что. Давай вскрыть. Давай, нажмите F, чтобы выбросить ловушку. Где он, если того там есть? Вон он, вот здесь ловушка, например. О, ну-ка. Что там с ним делать? Иди сюда. Ну-ка. Давай я их пернем еще обо что-нибудь, я не знаю. Как тебя затащить-то уже в эту твою ловушку? О, ну-ка, почти. О, давай. Ну, почти. А, так. Правый клик у нас именно ударяет, а тащить надо как. Да что ты так дергаешься? Ты вообще помогаешь мне там, нет? Хлопнем пару раз обо что-нибудь. О, надулся. О, давай. Наконец-то. Где забрать ловушку? Давай заберем. Говорит, что я молодец. Хорошо научился и так далее и тому подобное. Не очень понятно, как затаскивать его в эту ловушку. Ну, какой-то экипировку дали экспериментально. Сделаем вид, что мы что-то поняли. Когда будем готовы к поездке? Взаимодействие. Where to, Ray? А, это мы уже готовы к поездке. What's the first place that little spud will go? Right. Back to its initial manifestation point. Ладно, поедем в какой-то там отель. They've got a real good buffet. It is a great When Winston returns from коммутатор, что ли, у них, extended invitation to join us at our table at the Sedgwick. Hey, you. You're up, buddy. Training will be on the job tonight. Try not to destroy too many Manhattan landmarks. That's our job. Сигденвик Hotel. Ну, как раз это и есть отель, где, собственно, этот товарищ и помер от разрыва желудка. Да подвинься. Sir, if you check the fine print on our invoice... Invoices. Right, invoices. You'll see that your warranty on rehaunting expired some time ago. You should have taken the extended service agreement. Ехать нам на 12 этаж, я чувствую. Давайте быстрее уже, идите, шагайте. Getting some interesting PKE spikes here. Disturbances don't seem to be exclusive to the 12th floor. I'd like the chance to look around the building a little more. Good. Dig up what you can. Смотреть вокруг здания, следуйте за Питером и Рэем. Кто из них Питер? Вот это, наверное, нет? Ну да, видимо, один из них Питер, второй Рэй. А вот и лифт. Well, hello. You're perfectly safe now, Ness. The Ghostbusters are here. Back off, loser. Never gonna happen. Не послали нахер этого. That approach rarely works. Билла Мюррея. I'll show you why later. Попытался приклеиться, но не получилось. Давай, поехали, потом будете... Шаш не заводить. Сначала дело. Сначала работаем. Давай сначала разберемся с признаками, с призраком. Доктор Стэнс, если вы сделаете honors. Proud to, Доктор Венкман. Ты
еще доктора Крамса. Пылесосы свои повключали. And in close quarters. It minimizes the city's liabilities and satisfies the restraining order the maid here had put on us. Where we live in today, you shoot a proton stream of highly charged particles at someone, they get all so happy. It's him! Ну, вот правильно. Херачь во всех подряд. С учетом того, что она у тебя все прожигает. Oh, come on, Ray. I'm the one that gets a face full of slime every time the little green buddy. Watch it! Contact! Это уже поинтереснее. А что, зеленый, ты куда улетел? Ох ты, в меня попал. 38 баксов. Вот это что, это как плюс или минус? Заработал я, потратил или что произошло? Давай вот херак, 176. Ну, опять лизун этим пытается что-то жрать. Хотя стакан проглотил. Бокал он проглотил, он из него не выпал. Дрывный поток. Ну пойдем его нахерачим. Идем, идем, дверь открывай. Твою мать, какие вы заторможенные. Давайте пить быстрее уже. Ну. And this signal looks just like your elusive little targeted entity. Я ничего не понял, что ты сказал. Your meter will flash and buzz when it detects a potential signal. The pair of goggles are linked directly to your active PKE meter. This lets you see otherwise undetectable phenomena while you track it. Those trails, object auras, all kinds of cool events. Здесь закрыто. Now when the center bar peaks, задействуйте ПКЭ, датчик, и выследите лизуна. ПКЭ датчик на X, окей. Ага. Ну, он его слизь сканирования, left click. Отвратительное пятно слизи вместе исчезновения лизуна. Экзогенный. Так, так, справочник. Тобина, давай почитаем справочник. Категория сверхъестественная оболочка класс 1. Экзогенный, способность к инерции. Плотное слизкое вещество, эктоплазма, образуется, когда призрак взаимодействует с физическим миром. Обычно встречается в виде клейкой слизи, также может находиться в форме тумана или даже кристаллов. Кристаллов? Окей. Тут ничего нет, вот покраснение. А, надо какой зеленый. О, смотри, аж привстал, аж привстал. Отвернемся. О, призрак. Укрытие лизуна. Сканировал X. Все, что ли? А, так вон он. Бродящий призрак, следуйте за Рэем. А где Рэй? О, там доступ к апгрейдам. Давай. Апгрейд у нас. Фокусировка бластера. 1700. Полтора. А, у меня 1700. А стоит эта хрень полторы. Десятка. 5, 8, 5, 18. Ладно, давай послушаем, что он там нам скажет. Ну, привстает опять уже синенький. Ну да, definitely. Явно он тут был, да-да-да. А, сканировать надо, нет? Тап, изучить артефакт. Окей, самообслуживающийся поднос. С 1893 года было приобретено множество отличных наборов серебра из знаменитого австрийского отеля «Де Густав» после того, как он таинственно сгорел. Это единственный предмет из их набора, который появился в номерах Седжвика, неназванным и без сопровождения. Напуганные гости нечасто считают его подарком за эту услугу. Уровень отель Седжвик. Не очень я понял. Что там с этим подносом? Давай мы все-таки сделаем это улучшение. Где оно было? Фокусировка бластера. Значительно снижает разброс луча. Left click, выстрел. Купить. Текущие 3200. О, у меня уже 3200. Цена улучшения 1500. Остаток средств 1700. Принять, хорошо. Окей. Давай. Which in turn you get to wear on your back to test. Remember, you can always review techniques, tutorials, and equipment in your online Ghostbusters field manual. Я читаю мануал.
Все будет хорошо. Если передача куплен, можно включить ранец, нажав X еще раз и нажав 1. Питер, come in. You okay? Uh-oh, man down. We've got a man down. Go, go, go! Давай, давай, давай. Come on, shake a leg. You can move faster than that, can't you? Double time, cadet. Держите спайс. Пробел для короткого спринта. О, куда ты побежал? Да, он вообще не поворачивает на спринте. Что с ним случилось? Давай придем ему на помощь. В каком-то говне он измазался. Ну да, да, вижу, хорошо. When one of us goes down, we always help each other out. Давай, говори быстрее. Где? Где он? Перец там где-то? In the pre-sliming era. Нет, вот в этом лифте. Да-да, время расплаты. Хорошо. More ghosts? But we gave this hotel a clean bill of health 5 years ago. Two people die every day. Call the elevator, Junior. Вернитесь в вестибюль. А, ну как раз у лифта, давай. Вызовем лифт. Так что? Ты нажал? Нет? Нажал, что-то да. И пока посмотрим, накинули нам баблишко, нет, за то, что мы тут немножко раздербанили. Фиксировка была 1700. Вроде нет. Непонятно. Непонятно ни хрен нам. Очень много диалогов, очень мало экшена. Egon, come in. Это у него раз, это Think we're stuck. Well, let's see. Think we're stuck? Think we're stuck? Think we're stuck? Ray, you guys good with officially stuck in the elevators? Show of hands. Че? Кто тыкал пальцами или что? Что не пытаешься найти? Ray. Need a hand? Ага. You always fail, don't you? Ну, пойдем дальше, посмотрим, что там. Вон, зелененький летает. Че, мы его мочить-то начнем наконец? Ой, красненький еще есть. Ну, вот, наконец-то, наконец-то. Этого я так долго и ждал. Где, куда ты делся? О, с чемоданом. И уезжать собрался, что ли, нет, братан? Не, так это насильщики. Это носильщики, они, да, они, как правило, то недовольные в целом-то у него. Чемодан даже появился. Вот так, знаете, сейчас нахлопаю. Че, мы их собирать будем, нет? Да, ну, он лежит. Ух ты. Зачем мне ПКЭ-датчик, интересно? Давай. Неизвестная сущность это у нас. Призрак полностью оживленный, что-то там. Справочник, давай справочник почитаем. Оживленный призрак класс 3. Призрак устойчивый к ловушкам, атака, схватка, поражение. Слабое место, протонный луч, длительность оглушения долгая, устойчивость к ловушке минимальная. У всех больших старых отелей есть свои темные секреты, но элитный, элегантный отель Седжвик превзошел все вместе взятые. С момента его открытия в 1897 году Седжвик был окутан мрачной атмосферой. Неимоверное количество постояльцев и персонала безвременно ушли из жизни из-за странных происшествий, иногда и по глупости. Большинство из них остались здесь навсегда, подчиняясь неумолимой силе, запирающей их в коридорах Седжвика, в его номерах, в ванных и служебных комнатах. Призрачный персонал очень заботятся об отеле и не любят беспокойства, помимо тех, которые доставляют они сами. Ну хорошо, это был призрак посыльного, видимо, да? Все, там уже разобрались. Закинули его в ловушку. Давай, держи. Да, где ты? Вот так, так, так. Где ловушка-то только что здесь была? Нет, хрень перегрелась или в чем? Почему я его тащить не могу? Ну, давай, 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 давай. Отлично, один есть. Второй. Второй, чё? Где он лист? Вон стол летит. Ну, неприятненько. Так, ну-ка иди сюда. Так, вот
так, вот так мы с тобой поразвлечемся. Давай, где ловушка? Улетел, что ли, или что-то там? Ну так. Где ты? Слева. Ага. Вот здесь вот мы кинем ловушку и иди сюда уже. Есть. 300 баксов мне дали. Забрать ловушку. Все, видишь, я молодец. Я поймал призрака. Ой, зеленый. Ну-ка иди сюда. Сейчас мы зеленому нахлопаем. Ну, там еще красный один. Да ты-то от меня отойди, не видишь, я с другим занят. Раз, два. Это что-то тоже спринял. Follow me. The others are floating back upstairs. Denkman, you two pull our friend Slimer into a trap as fast as you can. There's a massive bulge in these spikes indicating this isn't just a clearing job. Выследите лизуна вместе с Питером. Ладно, Питер, давай пойдем его выследим. Почему? На шифте оно не работает. There, the Alhambra Ballroom. No way he could pass that up. Absolutely not. You can't go in. The Rodriguez Bar Mitzvah is set to start in half an hour. I'll bet the beef brisket is today's special. And you've done quite enough already. I'm sure the thing will just go away. Идите, говорит, нахер отсюда, нечего вам тут делать. I'm willing to risk it. You're not going in there. That's all we needed to hear. Вы туда не зайдете, говорит, потому что там service has been declined. Через полчаса все случится. Как побежал-то? Подожди меня. Да, нормально так здесь все разобрали, конечно. Ну, давай. Есть другая дверь, зайдем, нет? Давай ее распилим. Нет? Ну, давай, я тебе открыл замок, там уже его нет. Hello, chef. Угу, через кухню решили зайти, тут все в говнище. Okay. О, ну-ка. Нет, так нельзя, вот такая она. Ладно, пойдем поищем, где он там есть. О, смотри-ка, все говно вверх полетело. Эй, братан, тут нам сейчас будет грустно с тобой, там сковородки-то они тяжелые. Ты бы лучше это одно, неизвестное вещество. Справочник обновлен. Давай, едкая слизь класса 1, экзогенная способность к инерции. Темная слизь встречается в местах взаимодействия между реальным и призрачным мирами. Это опасное вещество, представляющее собой эктоплазму, перенасыщенную отрицательной энергией. Темная слизь невероятно едкая и наносит серьезный урон любому, кто достаточно неосторожен, чтобы вступить с ней в контакт. Основанная на спектральном резонансе, темная слизь служит источником энергии и может при достаточном насыщенности духовной энергии служить порталом для призраков. Ну, плохо, давай ее распилим как-нибудь, нет? Что там с ней, можно что-нибудь сделать? Вот говно. Что, то же самое говно, да? А ты ждешь, пока я вперед, блин. О, нормально. Че, все, здесь я не пройду никак. Вот дверь. Ага, ага. Ну-ка, стой. Стой, ты куда пошел? Вернись. Мне тебя надо, братан, просканировать, потом лети хоть в самую жопу. Вообще мне не мешай просто здесь. О, смотри-ка, ножи прям со всех сторон. Не пройду, видимо, я здесь. Прыгнуть можно, да? Залезть там что-нибудь. Перелезть. Это так и стоит. Ты, может, тоже будешь дорогу показывать? Там нет, что-нибудь делать. Я не знаю, давай бахнем. Не пройдет, да, это так? Хорошо, и куда? Вот он. Ну-ка, давай. Пойти. Все, увидел, да? Что тут летает? Вы-то кто такие? Ай. Да, рыбы еще. This is why I eat out of the can.
Ничего, ну как ты через это пройдешь? Давай, я пока почитаю, что это за хрен был. Призрак посыльного нет. Вот он был бродящий. Телекинетик, класс 3, призрак устойчивый к ловушкам. Атака, схватка, поражение, разгон. Протонный луч. Длительность оглушения умеренная. Устойчивость к ловушке нормальная. Папи Саргаси. Заканчивает печально известный род гордой линии мореплавателей и рыбаков. Все его предки не смогли избежать преждевременной смерти, так или иначе связанной с водой. Папи, не желая с этим мириться, выбрал более сухопутную карьеру и в 1950 году открыл ресторан Саргаси, в котором решил продавать блюда морской кухни. Позже он преодолел свой страх перед водой и занялся рыбалкой. Семейное проклятие все же его настигло, а может, он был просто невезучим. Но на одной из рыбалок во время ловли мелких рыбешек его слопала большая белая акула. Неприятненько, да. Используйте луч захвата, чтобы убрать с пути преграду. Чтобы задействовать луч захвата во время стрельбы, нажмите Shift. Все, вот так вот это было просто. Окей. Где там этот папа Саргаси? Сейчас мы его нахлопаем, блин. Ты идешь за мной, нет? Ты хочешь там выйти в дверь? Ну слушай, он крутой, да, это серьезно, конечно. То есть я там как дурак этим лучом захват размахиваю, он просто взял и прошел. Смотри, нормально, они тут кушают неплохо, да. Ой, зеленый, иди сюда, я тебя сейчас нахлопаю. Арбузики, тортик, но ему-то тут радость, да, базарная. Схватите лизуна. Пожалуйста. Что-то он даже... О, ПК датчик. Тут можно без ПК датчика, в общем-то, и так все видно. Где уже сюда? Протонный ранец перегревается. Ну да, я знаю. Мальчики. Как же можете сами охладить ранец, внимательно следите за перегревом, чтобы не лишиться ранца во время боя. Вот. Ну-ка давай. На. Ловушечку и давай мы тебя туда прям сейчас и затянем. Ну давай, чё ты не хочешь тянуться-то? Ты, братан, может, поможешь-то мне немножко? Давай на меня его. Давай ранец мы охладим. Вот, на ловушку его натянем. Воу, давай. Вот еще чуть-чуть. Ну-ка. Все, наконец. Че, обосрался? А че брехает? Ух ты, шикарно, прям ништяк. Теперь нам как бы надо бы съебывать бы пора бы отсюда. То этот, да, паникер будет бегать тут орать. Через 15 минут у него там начнется жопа, но... And my new exclusively assigned recruit here, the festivities can now proceed in an entirely ghost-free environment. So, да надо было просто дождаться. Ну, это возмущается, это оправдывается. Он говорит, скажи мне спасибо за то, что я тут привидение поймал, иначе бы вам всем была жопа. Да надо было просто дождаться, пока это привидение там всем нахлопает. И они бы сами бегали, кричали, типа, братан. Ну, на стене здесь лизун насквозь прилетел в бальный зал. Братан, говорит это, помоги, выручи, спасай. Ты что, делать не хочешь? Давай пойдем там уже все кому-то это. Поймайте призраков посыльных. Пожалуйста, это не так сложно. Ну-ка. Сколько вас там? Чемоданчик организовался, да нет? У меня тут, видишь, протонная пушка, сейчас мы как бы тебе и нахлопаем.
Где вот он? Боже, вот еще один, вот еще один. Интересно, если он в башню целится, то мой хедшот будет считаться, нет? Ну давай, окей. Чемоданом? Не-не-не. Где бы я схватил? Давай, я тоже схвачу. Давай, куда ты его выкинул? А, по морде дали. Куда ты его выкинул? Пойди подбери, я тут думаю, вообще ничего не затащу. Где он? Вот он, где? Да. Где еще один был? Вот он. Даже не один. Вот мы сейчас вот здесь вот выкинем ее. Да иди уже сюда, давай, давай мне вон сюда. Ладно, где моя ловушка? Я здесь вон ее. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сверху, да? Давай мы ее заберем. Почему не забирается? Угу. Where do you think you're going? Ну давай, вот она ловушка. Ну, сюда ты его тащи. Ну, тут чуть-чуть осталось. Давай, соберись. О, ну все уже. Готово. Теперь ее можно забрать? Нет, она не моя, что ли? А где моя? Подожди. Вот она. Ну и ладно. Все? На сегодня. No need to worry, sir. As you know, the mayor rode to office on a strictly pro-Ghostbusters platform. Кто говорит, устроил эту жопу? Да, это все привидение, что ты хотел. No, but damage. The mayor and the city have taken out an extensive insurance policy as well, so you're covered. Honestly, I'm sensing some. Страховка от привидений, это было интересно. Ну в целом как бы логично, чего вы хотели? Это привидение, это даже не какие-нибудь бандиты, это вот, ну да. Discretion is our professional weapon. Вон еще кто-то орёт. Вот давай ему нахлопай. Батюшки, сколько вас. Кстати, да, там же еще этот рыбный Джо остался. Давай, хватит болтать уже. Пойдем делом заниматься. Угу. Последуйте, преследуйте призрак рыбака вместе с Энганом. А где Энган? А, вот тот Энган. Ты Энган, нет? Ну-ка иди сюда. Пойдем с тобой преследовать призрак. Где он есть? Ну давай я уже свои очочки надену и пойду посмотрю. Пойду посмотрю, где этот призрак рыбака. Опять. Опять нам нужно вступление. Да, давай здесь пойдем по наверх. Угу. А, он рыбачит, чувачок. Ну, не надо ему мешать-то. Сейчас мы тоже порыбачим на тебя. Подожди, подожди, родной. С трубкой такой все. Ой, так у него и рыба есть. Посмотри, как удачно вообще. Поехали на лифте, да, действительно. Чё за бред? А, я, значит, наверху. Выследите призрак рыбака. Угу. Как эти? О, прикольно. Портрет Седжвика, мизантропа, основавшего отель. Давай почитаем. Портрет 1910 года, когда Годфри МакАлистер Седжвик открыл свой огромный отель. Многие сочли странным, что человек, настолько сильно не любивший людского внимания, открывает бизнес, в котором приходится много общаться. Все? Ну ладно. Че, видимо, туда я уже не залезу, да? Пойдем посмотрим, что есть на этом этаже.
Угу. Там чуть фиолетовая баба, нет? Эй, чувак. А где он, кстати, сигнал там? Он показывает, нет? Ничего не показывает. Вот здесь можно было бы и показать уже. Да ладно, что, все утонут. Так, меня тащит. Так, ну здесь я вижу, здесь что, море. Что-то бесполезное какое-то это. Вот эта хрень, когда на тебя такой поток идет, в общем-то и так уже несложно догадаться. Что что-то тут нечисто. Ну, лифты. Лифты затопило. Ну, смотри, мощным чуваком прям может даже море вызвать. Что с крышей-то? Ничего тут, нет? С лифтами ни хрена. С этим ни хрена. Ну, сюда он лифт. Ой, сейф валяется. Давай сейф раздолбим, может, там где-нибудь. Это чемодан. О, вот он ты. Ну-ка, иди сюда. Ты к лифтам поехал? Да к лифтам, но тут больше некуда, да? Ну, посмотрим. Вон, смотри, привстает даже. Ага. В этом лифте, мне кажется, вызвать его можно. Давай херакнем по нему. Не помогает. Изогенный. А, на стены светильник давай. Кажется, здесь нет ничего необычного. Кажется, блин, он в меня полетел. Светильник теперь нахлопать надо. Что-то как-то, ну, датчик-то говно, прямо скажем, да? Да, бывало и получше. Ну, давай. Еще один. А, так теперь все светильники это эти тараканы сраные, да? Теперь им надо нахлопать. Ой, они еще и огнем могут стреляться. Ну ты посмотри. Ну. Ну что дальше? Телефон-то нормальный, нет? Светильник еще один. А вы что, нормальный обычно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может, на всякий случай вообще все расхерачить. Ну, отлично. Тут у нас закопано, тут у нас кораллы. Тут у нас ораллы. Это вот что, куда она собралась-то наверх? Ты давай тут валяйся. Окей, датчик. О, смотри, привстает, привстает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот куда-то вот сюда. Там, что лучше есть. Ну и чё, и чё? Диван или надо с той стороны просто выйти? Ладно, пойдем, обойдем. Чё, мы же любим походить-то, побегать-то. Вот тут очень интересно. Так. Ну, здесь пройдем. Сдуем. Так, откуда я пришел? Оттуда, отсюда, откуда? А, вот отсюда я, наверное, пришел. Значит, налево, чем тупик. Давай наденем очечки. Ничего интересного. Ну, прямо пристает, налево ничего нет. А вот здесь пристает. Твою мать, так и обосраться можно, ну чё? Да вот же он ты. И чё? Чё, он меня на удочку поймал? Чё произошло? Я не понял вообще ни хера. Не поймал, да? Ну ладно. Это самое светильник. Ну-ка пошли все нахер отсюда. Нахер, я сказал. Все, давай, сдуваем нашу эту хрень. Чтобы она не сдохла по пути. Самый ответственный момент. Надо подкинуть диванчик, да? Давай сейчас подкинем. Ну, ты что, вырываешь из него?
Ну, так и чё, подожди. А, так это мне, блядь, обратно это все обходить. Да ну нахер. Ладно, пойдем обратно. Хорошо, хорошо, пойдем обратно, ну и чё. Да и пьебись ты. Да и ты пьебись уже, умеешь, я перезаряжаюсь. Сзади еще что ли? Ну, как вы меня заебете сегодня, а? На. Все, вот так. С этой стороны тоже какие-то. Ну, твою мать. Перезагрузка выхода. Давай перезагрузимся, что? Мне нахлопали светильники. Вот говно. Боже, это с самого начала. Хорошо, здесь что, призрак рыбака, там сейчас начнется море, пойдем на море. Оп, посмотри, как удачно я зацепился, да? Ты чё к углу-то пристал? Ты чё к углу-то пристал, да, успокойся, остынь. Ага, затопило меня. Так, теперь куда идем? На эту идти бесполезно. Так, здесь что? Здесь ни хера ничего нету, да? Ах, я уже забыл, куда ты тебе что делать-то, давай? Давай зайдем вот сюда. Ой, вот он, кстати. Иди сюда. Генерал рыбарка. Ну, вот этот появился, на эти сразу нахлопаем. Все. Вот он как забегал. Тварь-то такая. Так, теперь сейчас побегут светильники. На, получи. На, получи. Получи, на. Ага. И вот у вас еще двое сверху, да? Поймать. Хватит стрелять. Ты откуда взялся? Ты, тварь, откуда взялся? Че эта хрень перегрелась? Все, музычка перестала работать. Музычка перестает играть, значит, эта хрень остывает. Ну что, ты все пробежал туда? Нет, куда идти? Здесь я был, не был. Вот. Значит, здесь я был, здесь обходим по кругу. Ну. Здесь что? Здесь какая датчик? Давайте посмотрим датчиком, что там. Да, нам куда-то надо, да. Шесть. И выкинуть. Пробежал, давай сдуем сразу. Да, за нашу пушку. Что, сам сломался, что ли? Ну, вот он ты, привет, на, получи. Может, его шифтом можно зацепить сразу, чтобы он не убегал? Вот он, куда он пошел? К лифтам? Или куда это? Я не понял, например. Ладно, в любом случае, сраные светильники. Вот они вы. Вот они вы. Давай. Кончились. Шикарно. Здесь нельзя вот обижать как с этим, нет? Это так не работает, придется пешком валить. Ладно, пойдем пешком. Еще светильник готов, второй готов, перезаряжаем. Отлично. Отлично, здесь ничего нет. Светильник. Давай второй сразу. Второй падла сзади прибежал. Да что вы, блядь, где ты? Твою мать, да что за говно так? Что с ними делать? Это ничего, опять вот это вот все самое. Не-не-не-не. Давайте-ка, наверное, на сегодня закончим. Надоело мне этих светильников разбирать. Чекпоинт, наверное, здесь был, да? Что ж, давайте на сегодня все. Продолжим в следующей серии. Продолжим, посмотрим, разберемся с этими светильниками.
Ну и пишите в комментах, как вам понравилось, не понравилось, понятно, непонятно, интересно, что, где, зачем и как. Всем пока-пока, на этом я заканчиваю.